В доме музея Исламбии Крымшамхалова в Тибердее наградили лауреатов медалью князя-просветителя. На этот раз форум по проблемам развития культуры карачаево-балкарского народа собрал номинантов за 19-20 годы, так как ранее мероприятие не состоялось из-за пандемии. Ахмат Халкечев подробнее. Эти крымшамхаловские чтения проходили с целым рядом особенностей. Так, первую часть форума с выступлениями, докладами и научными сообщениями участников было решено оставить в удаленном формате. За всю историю чтений еще не было, чтобы в один день медали получили 12 лауреатов. Так как из-за пандемии мероприятие в прошлом году не состоялось, на награждение пригласили номинантов за 2019-2020 годы. Были в 2020 году очень крупные события в этом плане. Большие достижения, которые не могли не быть отмеченными вот такой наградой. За вклад в развитие карачаево-балкарского народа в 2019 году медали князя-просветителя Исламбии Крымшамхалова в номинации «Общественная деятельность» эксперты наградного комитета чтений присудили Ларисе Аппаевой и общественной организации «Белая речка» из Кабардино-Балкарии. В номинации «Искусство» семье Амина и Марины Узденовых из Кисловодска и Ибрагиму Занкишиеву из Кабардино-Балкарии. В номинации «Литература» тоже оказалось два лауреата – Белялу Аппаеву за трилогию «Крылья народа», которую он выпустил в 2019 году. К сожалению, в начале этого года Белял Дубаевич ушел из жизни. Медаль за отца получил младший сын Мурат. Ну а директору Ногайского театра Валерию Сеперевичу Казакову медаль присудили за отражение исторической трагедии карачаево-балкарского народа в драматургии. У меня повесть там «Бессмертный полк» там, по повести. И, значит, сделали его, пьесу сделали. Получается, как бы драмы двух народов. Драма отъезжающего народа и драма вот остающего. Вот, который остается, там, лишается своих родственников. А эти лишаются своей родины. За труды в 2020 году в номинации «Литература» награжден Хусей Бачиев за замечательный образец мемуарного жанра на родном языке книгу «Пусть не померкнет в памяти народа». И Борис Уртенов за изданную в 2020 году книгу «Мы у жизни в гостях». Ну а в номинации «Наука» за прошедший год оказалось три лауреата. Это Борис Тимукаев, издавший семитомник историко-документальных источников «Балкария. 20 век». Ахмат Глашев, завершивший трилогию по этнической истории Хазарии и Алании. Ну а третью медаль в этой номинации получил Султан Асхаков за успешное завершение историко-социологического проекта книгу «Северный Кавказ. Этническая депортация глазами очевидцев». Актуальность этой книги заключается в том, что уже люди фактически умерли, которые могут вам рассказать что-то. А мы его собирали более 25 лет. Ну а в номинации «Общественная деятельность» медаль Исламбии Крымшамхалова присудили коллективу благотворительного фонда по социальной поддержке малоимущих слоев населения «Территория милосердия 09» за проделанную работу в многосложных условиях пандемии. Ахмат Халкечев, Руслан Харченко, Вести Карачаево-Черкесия, Тиберда.